Мыло, мыло. В общем, всем доброго времени суток, уважаемые подписчики зрители канала, с вами Мега Коул, и сегодня мы с вами продолжаем проходить Бэтмен Архам Азайлум. В общем, по поводу пугала, тут, короче, для того, чтобы он, ну, заработал, то есть фикс-то у меня он есть, да? Но, короче, представьте, что тут еще надо поставить уровень детализации на минимальный, поэтому сейчас у нас не будет ни теней, ни хера не будет. Это, конечно, очень круто, но я надеюсь, что так игра хотя бы не будет влетать. То есть, по крайней мере, в... Да? В гайде все так написано. В общем, для того, чтобы на этом русификаторе все было нормально, я буду сейчас в игру перезаходить. Обязательно. Каждый раз пугал меня буду перезаходить в игру. Потому что, ну, как возможно вообще с этим графоном играть, нет? Для того, чтобы, в общем, пугал работал, надо поставить уровень детализации в лаунчере на минимальный. Я угораю вообще просто невероятно с этой графики. Но для того, чтобы пройти эту локацию, это надо сделать, короче. Да. А чё ты такая громкая? Чё игра такая громкая стала? Ну-ка, тише, быстро стала. Так, ну я, в принципе, эти места примерно помню. Тут надо просто, в принципе, не податься на луч. Достаточно легко. В принципе, то, что тут не надо податься на луч, это, в принципе, логично. Согласитесь. Ой. Давайте бахнем. О, не трогай меня. Не трогай меня. Я хороший. Давай. Ой, ё-моё. Ещё пугалом стал на секунду. О, боже, какой ты мыльный. Не, нахер. Все, я прошел. Боже, вы только посмотрите на это. А игра сохранилась? Had a little run-in with Scarecrow, slowed me down. Почему с чучелом? I'll get back to you in a bit. Было сохранение. Давайте откроем дверь. На всякий случай, да? О боже. Вот сохранение. Сохранение, сказал. Все, я перезахожу в игру. Короче, я не знаю, конечно, с таким графоном это просто что-то было. Не, ну вы видели, да, еще там как какая красивая игра. Просто я не знаю. Одно только удовольствие с таким графином играть. И так придется делать каждый раз. То есть каждый раз с пугалом надо будет вот именно вот эту вот вещь мне проделывать, то есть перезаходить в игру. Я не знаю, я, наверное, это вырезать буду, потому что зачем вам это слушать, правильно? То есть как бы, ну, блин, я не знаю, это забавно. То есть я, конечно, все понимаю, да, но... Как-то крусификатор можно сделать, что аж надо игру перезапускать каждый раз. От этого я вообще не понимаю. Ну ладно. Ладно, хоть это делается в два клика всего. То есть, как бы, ну да. Меня, в принципе, все устраивает, ибо... Надеюсь, правда, сейчас у меня... Ой, ё-моё, куда я зашел? Не тот... Ну, удалить вообще надо, слушайте, знаете. Удалим его. Я надеюсь, что сохранение все-таки было. Оно ведь, да, оно было. Вот, вот, ну, разве вот это вот неприятнее видеть? Конечно, приятней. Так, ладно, что у нас там? Ну, тут, видите, да, тут вообще все по-другому намного выглядит. Но это охранник. Я же говорил. Заперта, ясно.
Just roll with it, Babs. It gets easier once you get in. It really does. Ой, ё-моё. Ну да. Обычно. Что? Что ты там опять приготовил мне? Господи, психованная тварь. Да где ты? Да блин. Что он опять сделал? Что? Harley's under strict instructions to kill the old man if any of my guys can think you're in the room. They're patrolling down there. I've told them all you're on the way. So here's the deal. If you can find a way to get to Harley without anyone realizing, I'll give you your next present. Fail, and the old codger dies. Maybe you don't care about the old man after all. Спасти Горн, избежав обнаружения. Это вы мне говорите, да? Избежав обнаружения. Забавно. Там что, много их здесь? Пятеро. Ну то есть, если... Ну то есть, если меня просто увидят, да? И вообще хоть как-то заподозрят, то меня как бы начнут убивать, да? То есть, просто Гордона... Жалко, здесь этих нельзя таскать, на самом деле. Я бы притащил куда-нибудь за угол другой. Двое с оружием, один из них Харли. Главное, сейчас не зафейлиться. Так, я всех убил, что дальше делать? Подняться к ним, наверное. Медленно, аккуратно подняться к ним. You'll do it. Batman, listen. We're not alone. He's got something else down there. I don't know what it is. What a blabbermouth! Spoiling the surprise! Be quiet. Oh, am I getting to you? Am I? Good. You're going to love this next bit. Чё-то как-то мне это не нравится. It wants Dr. Young's login. Never mind that. Get behind me. Now. Bane. Ooh. I thought he broke out of Blackgate. Cut me down. Who did this to you? Dr. Young, the Bruja. She drained the venom from my blood. Must stop her. Что ты правильно сделала? The good doctor won't be a problem much longer. How do you like my puppet? What say we cut him down? Охренительно. Yeah.
я думаю, ему не вообще забить просто. Да. Плюс я подозревал, что тебя можно убивать так же, как и того первого парня. Слушайте, а ему пофигу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошая тема. Так. Ох ты, что-то я как-то... Отлично. Растоптал просто. И давай, успей. Отлично. Ой, ё-моё, как криво. Так, давайте пока попрыгнем через них. Просто. Вот бы мне так уметь. И опять в него прыгнул. Я и дебил немножко, да. Все. Налегке просто. Опа, отлично. Все, он взорвался. Изи. Must have gotten loose while Bane was throwing you around. Он меня бросал. You off the island. I'm not a rookie. I can handle myself. Да каким образом, а? I will break you, Batman. Then the Bruja. No, Bane. This time I break you. А Бэтмобиль... А машину тебе не жалко? Нормально, твою мать. It's too dangerous here. I don't like leaving you here. Radio claims he's planted bombs all over Gotham. Gotham will panic. You're needed there. We're ready to go now, sir. Bane called Dr. Young Bruja. What does it mean? It's Spanish for witch. Бэйн испанец? Фух, мы победили Бэйна. Oracle, go through the city's computers. Pull up all you can find. Бич? Ну, вообще-то Бэйн. Всегда все называли его Бэйн. Пугало. And on Dr. Young. I'll go through anything you find once I get to the cave. A bat cave? On Arkham Island? Броня. Сейчас я сяду поудобнее еще. До пещеры? Built it years ago. It's best to plan ahead for situations like this. How'd you manage to keep this a secret? It's me, remember? So do you think Dr. Young's been experimenting with venom? The same chemical that turns Bane into that animal? Yes, I'm worried. Bane seemed even more powerful than usual. Joker wants the venom, and that can only be trouble. I'm heading to Dead Man's Point in Arkham North.
I'll contact you once I'm in the Batcave. Охренеть просто. Найти вход в пещеру к пункту мертвеца на севере Аркхам. Так, на север у нас это обратно идти, если... Бах. И просто такой дыщ, просто антифизичный удар, ну пофигу. Так, это вот сюда. Стоп, это Ист. Хотя... Подождите. Где у нас север? Ага, смотрите. А, ну вообще да. Мне... Ага, сюда. А, так Ист. Подожди, на севере Аркхам же. Почему Ист же? Ист это не Арк, это не север немного. Дверь заперта. Просто Ист это не... Блин... Ну, вы поняли. Ист это не север, так, мы тогда вон туда. То есть, как бы, я не знаю, может это перевод опять, да? Но... Чё-то как-то странно немного. Они чё они строят? Вот вы не знаете? Чё они делают с этим местом? Может, они хотят на крышу как-то попасть, я не знаю. Может, какую-нибудь там лестницу или что-нибудь типа того. А хотя нет. Может, они заделывают это место просто. Вы видите, типа там стена какая-то идет. Хотя тут что-то он какой-то рисунок получается. Ну, видите, типа граффити какой-то. Ну ладно. А, типа вот Норф. Ну ладно, хорошо. Окей. Пусть будет так. Yeah, I know. I once saved an unfortunate inmate from leaping off into the rocks below. I found a cave entrance, and over the years have moved a number of supplies here. It's a regular home away from home. Дом вдали дома. Кстати говоря, машину жалко. Я хочу, мне жалко машину, реально. То есть, без всяких шуток, мне жалко машину эту грёбаную. Она утонула. То есть, вы просто можете себе представить, какое количество миллионов он просто... Вот эта вот машина... Это просто что-то невероятное, конечно. То есть, ну блин, он просто взял, утопил несколько миллионов. Учитывая то, что она там навороченная, вся со всякими пушками там, знаете. Ну, правда, не тюнингованная, да, но, блин, все равно жалко. Так, куда там? То есть мне типа... Сюда. Да, получается, да? Ага. Давайте. Ух, нихера себе. Пункту мертвеца на севере Аркхам. Ну ладно. Опа. Это ты издеваешься. My family's blood. Так, ладно, короче, я не знаю. Пусть работает. We were doctors, politicians and teachers. We have been the organ, cleaning the arterial filth from the city. We have been its servants. Giving all to protect it, and still it has chosen to hurt us. Я бы сам. Identity confirmed. Disabling countermeasures. Security deactivated. Просто взял и построил пещеру в Аркхаме. Под Аркхамом. Охренеть.
просто вот взять и охренеть. Ну посмотрите просто, что он сделал. Просто это охренеть. Доктор Young was heading up a project. It was big, lots of external funding. Here are the last notes she filed. I can't make sense of it. What does it mean? Looks like she was experimenting on the Arkham patients. This new chemical only barely resembles the original Venom compound. There are a number of changes that appear to amplify the strength of the drug. Multiple references to a Titan formula. Even a small amount could trigger a Venom-like transformation in the host, eliminating the need for the storage tank Bane requires. Hang on. These notes aren't complete. The formula is missing. That must be the secret Dr. Young is hiding. If Joker gets his hands on this, he will create an army of 1,000 Banes. My God. Is Joker crazy enough to do that? What am I saying? You've got to stop him. Бэткоготь. Устройство бэткогтя позволяет подтягивать себе различные предметы. Также его можно использовать против врагов. Отлично, новый гаджет. I'm going after her. She was heading to the mansion with cash. I'm going up top via the catapult. Вот вы мои, знаете, вот меня просто еще очень сильно интересует, зачем. Вот они все это скрывают, да, там все дела, я, конечно, ну, понимаю, да, там, может, ей стыдно за это, но... Твою мать! Зачем скрывать-то? Чего? Ага. Ну да, это, в принципе, как бы было очевидно достаточно. То, что штука эта для решетки может быть использована. Ой, у него голова в текстуру ушла, нормально? Ну, будем считать, что нормально. Why are we the ones trying to open it? Да, ребята, конечно, вы... Оу! Плохо. Боже, такие вещи, знаете, когда просто вот тебе показывают прям перед тобой какой-то бонус. Вообще, да. А, стоп, там что-то новое было, да? Во. Янг. Окей. Кипаут, что тут такое? Привет. Чё-то ты как-то мне... Ну нахер, а? Нахер. We've been digging deeper into Dr. Young. According to her bank records, there have been multiple payments starting last April until 2 months ago. Then nothing. The payments came from a company owned by a Mr. Jack White. One of Joker's oldest aliases. So, Joker pays Dr. Young to create his army, and then all of a sudden he stops. Doesn't make any sense. Вообще, да. То есть, ну, не знаю.
Кстати, Джокер любит придумывать себе имена. Никто не знает, как он на самом деле зовут. Ничего себе. Это что, это заброшенное... Заброшенное что? Hey, this is weird. The payments to Dr. Young's account didn't stop exactly. They were declined. Dr. Young put a block on her account. Sounds like she had a change of heart. She tried to block the payments. Joker doesn't like it when his partners try to back out. So he decided to get himself back to Arkham, find his formula, and create the army himself. Exactly. Понятно. This area is falling apart. It's not safe to use the grapple. I need to climb up. The old fashioned. I've hacked into her email accounts. Two mails stand out. The first is a resignation letter dated last week. Sounds like she was trying to get away. And the second? A message from Joker. Well, Jack White. It's a long thread. She's begging to stop the experiment, says it's too dangerous. He's not listening. Let's see. Random threats to her family, a couple of bad jokes. A picture of a dead baby and a threat. Go on. He says, I'm coming for you. I want what I paid for. And then another joke about wheelchairs. Lovely. And a drawing of some kind of donkey. No mystery why she's so scared. I'm coming up to the surface. I'll find her. Interesting. О боже, я, конечно, знаю, что у Джокера какая-то помешанность на токсинах, да, всяких разных, но, блин, не настолько же. Чтобы создавать армию. Taped patient session 2. Patient name Waylon Jones, a.k.a. Killer Croc. So, is this the part where you try and reason with me? Find out why I did it, Doc. We're here to help you, Mr. Jones. You got a cure for me then, Doc? Can you make me normal? Normal is a poor choice of words. No one's really normal, are they? Figured as much. So, how about this, Doc? You let me go now, and I won't eat you. You don't really eat people. It's just an urban myth. Oh, you think? Keep believing that, Doc. Хм. Ну, кстати, по поводу того, что... Да не думаю. Что-то как-то... Я, конечно, понимаю, что у него зубы большие, да, там. Но не настолько. Мне кажется, что... Я не думаю, что он реально жрет людей. То есть, ну, блин... Во-первых, начнем с того, что в нем минимум 3 человека. Да? В одном в нем. Но я не... Нет, господи. Не ест он людей 100%. Ну, он, наверное, давит там. У него когтик там уже есть. О, куда-то мы выбрались-то. Ага. Oh, and if you hear a shot in the dark, don't worry! There's very little chance of you getting hurt. Yes, you're out. You don't have any! Snipers. Looks like the Blackgate thugs have access to the armory. Дядя, привет! Один с оружием. Кто? 4 без оружия. Окей. It's the bat! Не того. Окей. Давай.
Куда нам дальше? Нам... Окей, нам обратно. Ладно, давайте да пока что мы с вами на этом закончим. Так что, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.